Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие! Кеша, что надо сказать? Вот Кеша, на каком вы канале? Бубенкова. Что у тебя сегодня в руках? Сайф. Какого цвета? Желтого. И у нас сегодня игра на развитие крупной моторики. Сайф. Поймай шарик. Сейчас мы расскажем стихотворение, и дальше будет для Дениса сюрприз. Кеша, стучка отдыхает сегодня. Давай. Ты возьми меня в ладошки. Поиграем мы немножко, правильно? Высоко я подскочу. Высоко я... Что сделаю? Давай, подбрасывай. Подлечу. Оп. Улетает. Диня шарик догоняет. Давай. Улетает. Диня шарик догоняет. Давай. Оп. Ну, давай, лови ручкой. Оп, лови, оп. Давай, хватай. Вот он, друзья, моторика наша в действии. Оп. Ты подбрось меня ладошкой. Поиграем мы немножко. Давай, держи. Высоко я подскочу. Оп. Улетает, Диня шарик догоняет. Друзья, вот такая сегодня была простая игра на развитие моторики. Опять же, она не затратная, вам понадобится всего лишь один шарик. Можете взять много, заодно потренировать цвета и счет еще, да, день? Ну, а мы с вами долго прощаемся. Мы снимали очередной развивающий ролик для вас. Скоро будет новый ролик. Ну, а вы ставите пальчики вверх, день, как пальчики вверх? Ну, так. Подписывайтесь на канал, оставляйте полезный комментарий. До новых встреч, друзья! И поцелуй шариком, друзья! Тинка.